Как ощущение от ростера? Уже была обжарка первая? Да, мы уже успели на нем пожарить там, десяток бачей. Машина, конечно, космическая, жарит песня. Залог успешной обжарки – это стабильное качество. Эта машинка позволяет жарить от бача к бачу одинаково качество кофе. Бач – это одна загрузка? Да, бач – это одна загрузка. Сколько тут килограмм? Ростер рассчитан на 15, но мы загружаем, если это речь идет о фильтре кофе, то 8 килограмм, а если речь идет об эспрессо, то 12 килограмм кофе. С чем это связано? Фильтры обжарки, они более скоростные, и на единицу там, массы кофе нужно придать там, больше энергии. С теми связано уменьшенный бач. Было ли сложно после маленького ростера переходить на большой? Нет, на самом деле все очень просто. Машинка комфортная в работе, удобная. Сложность только одна. Тяжело засыпать туда ведро кофе. Сколько в среднем процесс обжарки одного батча составляет? Если мы говорим о обжарке фильтр кофе, то это где-то 8-9 минут. Если речь идет об эспрессо, то 12-13, возможно, даже 15 минут. Все зависит от того, какого качества у вас сырье и как вы хотите растянуть вашу обжарку. Если кофе потенциально хороший и в нем очень много заложено терруаром каких-то вкусностей, то эту обжарку нет смысла растягивать. Если кофе так себе коммерческий, то чтобы убрать дефекты зеленого зерна, то лучше, конечно, подрастянуть обжарочку. Машина достаточно большая, сколько занимает процесс ее разогрева? Эту машинку нужно разогревать минут 40, наверное, как минимум, потому что в ней очень много металла,
И даже если вы на показаниях увидите нужную температуру загрузки, это не значит, что можно уже жарить. Если мы засыпем зеленый кофе в плохо разогретый ростер, то у нас температура просто обвалится, потому что часть температуры на себя кофе возьмет, часть будет поглощать недоразогретый металл, и мы просто запорим нашу обжарку. Как процесс сам происходит контроля? Где все датчики контролируются, где все параметры менять можно? На компьютере или... Да, у нас процесс управления ростером, он происходит либо с пульта управления, либо с компьютера. Можно и так, и так. У нас здесь есть сенсорный экранчик, и можно управлять мощностью горелки, также обдувом воздуха, включать-выключать охладитель. Все это также можно контролировать и управлять этим на компьютере. Почему они в таких пакетах? Почему они просто не в мешке каком-то? В мешке кофе тоже бывает, но обычно это самый такой дешевый коммерческий кофе. Потому что в обычном джутовом мешке кофе не может сохранять свою влажность достаточно длительное время и фасует дешевый кофе так. А более дорогой, более интересный кофе, он обязательно должен быть в Green Pro мешках. Этот мешок позволяет сохранить влажность на длительном отрезке времени и продлить жизнь дорогому классному кофе на более длинное время. То есть для хранения, для качества хранения лучше использовать такие? Конечно. А чем он сейчас пахнет? Зеленый кофе пахнет горохом. Не, если, конечно, это кофе какой-то хорошей ферментации, то, естественно, там уже такие появляются бродильные нотки, там привкус какого-то компота, варенья. А обычный мытый кофе пахнет таким свежесобранным горошком.